Следующая задача, которую требуется решить программисту, реализующему функционал установки удаления модуля, это реализовать код таким образом, чтобы он работал одинаково как при размещении в папке bitrace_modules, так и в папке local_modules. Это очень важно, потому что ваш модуль должен одинаково без ошибок работать как из одной папки, так и из другой. А это значит, что никаких путей от корня сайта использовать нельзя. Вы уже заметили, что в методах работы с файлами не использовался путь от корня сайта, а использовался метод getPath, который указывает путь до корня модуля. Рассмотрим этот метод getPath. Метод возвращает путь до корня модуля. Оперируем относительным путем. Мы знаем, где размещается файл, в котором мы разместили этот метод. Это папка install. Нам нужен путь на папку выше. Текущую папку с полным путем мы можем узнать с помощью константы dir, обрамленную двумя подчеркиваниями. А путь до родительского каталога можно узнать с помощью функции php dirname. В таком виде мы получаем путь от корня сервера. А чтобы мы получили путь от корня сайта до корня модуля, нам нужно исключить документ root. А так в некоторых случаях нам нужен полный путь, в некоторых только от корня сайта, мы в зависимости от переданного параметра в метод возвращаем один или другой вариант.